Серьезные пожары в жилом доме и торговом центре с разницей в несколько часов из-за опасных возгораний. Игорь Васильев провел оперативные совещания. Пожарную безопасность объектов, в которых могут находиться сотни людей, в областном правительстве взяли на особый контроль. Напомним, около 3 часов дня в воскресенье в торговом центре «Атлант» Новоровского сработала автоматическая пожарная система. Из здания были эвакуированы 60 человек. Возгорание было видно даже снаружи здания. На тушение прибыли 4 пожарных расчета. Сегодня в региональном МЧС рассказали, что причиной послужило грубое нарушение техники безопасности во время сварочных работ. Искры попали внутрь стены, из-за чего загорелся утеплитель. Обошлось без серьезных последствий, только материальный ущерб. Таким же итогом отделался и жилой дом, который находится рядом с Дворцом молодежи на улице Красноармейской. Пожар там начался тоже в воскресенье 2–3 часами ранее. Из-за происшествия губернатор области Игорь Васильев провел оперативные совещания. Акцент был сделан на объектах общественного значения, в которых могут находиться одновременно сотни людей. Владельцам поручено ответственно подойти к безопасности посетителей, и правительство пообещало держать этот вопрос на постоянном и особом контроле.